Інформаційний марафон триває. Зараз зі Сполучених Штатів до нас приєднується Андерс Аслунд, економіст та дипломат. Пане Аслунд, я вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть, якщо я буду говорити українською, ви будете мене розуміти? Достатньо хорошо розумію, але краще по-русски, пожалуйста. Ну, я сподіваюся, що наші глядачі нас вибачать, тому перехожу зараз на російську. Смотрите, в начале 20 века бытовала мысль о том, что войны больше большие в Европе невозможны, потому что экономические связи слишком крепки. Ну и после этого две мировые войны. В 21 веке такая же была мысль, что Путин не пойдет на столкновение с Украиной, такое прямое, большое, потому что экономические связи с Россией слишком крепки. Почему, с вашей точки зрения, убийственная экономика войны его не остановила? Потому что он не думает о своем народе, и из-за того он не думает об экономике. Россия имела полную стагнацию с 2014 года, я считаю, в основном из-за западных санкций. И это его не беспокоило. Что его беспокоит, это его власть и его деньги. И как он получает больше власти? Через войны. Он начал с войной в Чечне, потом война, не буквально, но настоящая война против олигархов, потом война в Грузии в 2008 году, он взял Крым в 2014 году, что сейчас ему надо было еще раз война, потому что во время войны он обычно более популярен в России, он тоже может увеличить репрессии. Это что ему интересно, и как люди живут. Это вообще не его дело. Уровень жизни в России снизился на 10% в течение 7 лет после 2014 года, когда западные санкции ввели. Но тогда закономерно встает вопрос, а способно ли экономическое давление остановить войну? Сейчас мы видим множество санкций против России, но если Путину все равно на экономику собственной страны, на благополучие его граждан, то может ли это возыметь эффект на его решение о прекращении войны, например? Да, очень важный вопрос. Что сейчас считают здесь в Вашингтоне, это что Путин не беспокоится, сколько страна страдает, но это значит, что он не может давать столько денег военным, как он хотел бы. Это только чтобы ослабить военный аппарат России. Это причина или цель сейчас – это не изменить мышление Путина. Ну, знаете, одновременно с этим в Европе и в Соединенных Штатах начинают звучать голоса в поддержку мысли о том, что нужно Путина умиротворять, Украине нужно пойти на какой-то компромисс территориальный, возможно, для того, чтобы войну остановить. С вашей точки зрения, это происходит из-за непонимания контекста и причин этой войны или же какая-то другая причина? Да, я думаю, что это в основном из-за того, что люди, которые так говорят, ничего не понимают. Здесь, в Вашингтоне, это, скажем, младшие люди, которые мало было в России, мало понимают Россию, которые так говорят. Не только, но это тоже люди, которые вообще не знают Россию. Старшие люди, которые хорошо знают Россию, в этом не верят в основном. В Европе это в основном Франция и Германия, которые видят сейчас, что они совершили ошибки все время, они пробуют как-то показать, что есть такая дорога. Но вы видите, внутри Европейского Союза там очень мало стран, которые так думают, что в основном люди понимают.
Это радует, то, что люди понимают. А с вашей точки зрения, европейские партнеры и Соединенные Штаты сейчас достаточно помогают Украине в вопросе экономическом? Очень много помогает. Если мы берем американские цифры, США в этом году дает 54 миллиарда долларов Украине. Это и военная, и гуманитарная помощь. И это до конца сентября. И сравнивая военный бюджет России, это 66 миллиардов долларов. Что это очень много денег. И можно сказать, приблизительно половина из этих денег это для военной цели и половина гуманитарной цели. Принято понимать, что Украине надо приблизительно 5 миллиардов долларов в месяц с апреля до июня. И можно сказать, что США половину из этого дают, Европейский Союз только так решил дать 9 миллиардов евро для макроэкономической стабилизации, что Запад очень много помогает. Мы также в Украине здесь считаем, что Россия должна заплатить за те бедствия, по крайней мере, материальные разрушения, которые она принесла в нашу страну. Как вы думаете, насколько реально Украине добиться репараций либо каких-то других выплат со стороны России? Я думаю, что это совсем реально из-за того, что семерка заморозила большие валютные резервы Центрального банка России. Это ресурсы совсем, это активы совсем ликвидные, и они сейчас находятся в 7 разных странах, и сейчас обсуждается в США, Канаде, Европейском Союзе и в Англии, где деньги находятся, как их конфискировать и передать Украине. И там очень важный вопрос, как организовать администрацию этих денег. Это не прямолинейный вопрос, но я думаю, что кое-что вероятно получается. Может быть, не во всех странах, но это очень серьезная дискуссия сейчас. Ну вот, например, в Соединенных Штатах глава Федерального резерва сказала о том, что вряд ли получится деньги Центробанка России передать Украине, потому что одно дело заморозить, а другое дело изменить собственника, и что это может ударить по инвестиционному климату в самих Соединенных Штатах. Не означает ли это, что вряд ли мы деньги Центробанка получим? Это одно мнение. Очевидно, ясно, что президент Байден хочет конфискировать эти деньги, передать Украине. Конечно, он более важный, чем начальник Центрального банка. То есть еще здесь возможности не закрыты, насколько я понимаю. Просто это более сложный процесс, чем сказать, да, вот даем деньги завтра. Да, и тоже идет дискуссия о том, чтобы конфискировать деньги олигархов, которые заморожены. И это юридически сложный вопрос. Я экономист, я не понимаю все эти юридические вопросы. И они разно выглядят в разных странах. Говорят, например, что в Канаде это легче всего это делать, потому что у них уже есть нужные законы. Угу. Здесь в США есть законы. В общем, это процесс. Спасибо вам большое. К сожалению, исчерпывается время у нас на разговор. С Вашингтона до нас приеднався Андерс Аслунд, экономист, дипломат та старший науковий співробітник Atlantic Council. Ну, а ми рухаємося далі.